Компания «Бджилка» предлагает комплексное решение для литья пластмасс. Основная специализация компании – проектирование и изготовление пресс-форм. В конструкторском бюро создаются чертежи, модели изделий и пресс-форм в программной среде Simatron.com. Перед запуском пресс-формы конструктор тщательно анализирует каждую деталь и собранную пресс-форму в целом. Процесс изготовления пресс-формы начинается с закалки и черновой обработки металла, после чего плиты отправляются на шлифовку. У компании «Бджилка» присутствует инструментальный цех фрезерных станков, обрабатывающие центры, эрозийно-прошивочные и эрозийно-проволочные станки. После того, как все комплектующие готовы, пресс-форма собирается в единое целое. Тестирование форм происходит на собственных термопласт-автоматах с использованием чиллеров и вспомогательного оборудования. Также предоставляются услуги по литью пластиковых изделий. Кроме того, «Бджилка» является официальным представителем оборудования компаний «Chanson» и «Asian Plastic Machinery», которые представлены линейкой термопласт-автоматов «Supermaster», «Jetmaster», «Easymaster», компанией «Industrial Frigo» под чиллером мощностью от 2 до 2000 кВт, а также ведущим производителем периферийного оборудования компании «Shinny». Всем доброго здоровья! Звати мене Микола Васильович, я засновник компанії «Бджилка». Біля 20 років ми займаємося розробкою та виготовленням пресс-форм на литья виробних пластмас. Нашою основною спеціалізацією є виготовлення горизонтальних пресс-форм для серійного та масового виробництва. Також ми дозволяємо комплекси під ключ, а саме це термопласт-автомати, чиллери, термостати та інше допоміжне обладнання, яке допомагає у виготовленні виробів з пластмас. Все, що пропонуємо, ми використовуємо у власному виробництві. Запрошуємо ознайомитись з обладнанням у роботі та отримати відповіді на будь-які питання. Запрошуємо вас до нас. Дякую.